Шалом, друзья! Сегодня мы будем готовить мясной рулет, фаршированный яйцами и пастрамой. Для этого нам понадобится мясо, очищенное от пленок и помытое. Добавляем 3 яйца. Добавляем 1/2 чайной ложки куркума, 1 чайную ложку паприки, перчим и солим. Добавляем петрушку с укропом и перемешиваем. Добавляем немножко оливкового масла. И выкладываем пастраму слоями. Поднимаем фольгу и фольгой плотно скручиваем рулет. Фольговую форму и запекаем в духовке 180 градусов 50 минут. Шаббат шалом. Батавлук.